Отслужить в армии теперь можно, танцуя. Ансамбль танца «Сибири» имени Гаденко и Красноярский театр оперы и балета попали в список мест для прохождения альтернативной службы. Об этом сегодня рассказал министр культуры края Аркадий Зинов. На встречу с журналистами. Этим летом ансамбль пополнил 21 выпускник Красноярского хореографического колледжа. Это рекорд. Обычно желающих продолжить карьеру в народном коллективе меньше. Также министр рассказал о планах проведения в сентябре 2020 года фестиваля театров юного зрителя. Одним из его форматов будут представления уличных артистов, которые могут стать традиционными для Красноярска. Мы впервые на зимней универсиаде показали красноярцам уличный театр из Франции «Реми Минаж». Впоследствии мы этот формат решили повторить осенью на фестивале «Театральный синдром. Детский мир». И дальше мы хотим тоже это направление развивать. Но впервые, я еще раз скажу, оно появилось именно на универсиаде.